Римские воины по православному обычаю перед боем читали молитву. После сражения совершали благодарственный молебен за победу и панихиду по убиенным. В советские времена эта традиция была утрачена. В Новой России связь церкви и воинства возобновилась. В Ленинском районе, в Георгиевском храме, на протяжении уже нескольких лет совершается молебен на начало ратного служения. За воинов нужно молиться и всячески направлять их всячески к Богу, чтобы они тоже и спрашивали помощи на свое служение. Тогда он совершается успешнее и, скажем так, качественнее. Священник Дмитрий Довбыш на личном опыте знает, насколько востребовано богослужение для солдат. Он является штатным помощником 5-й дивизии по работе с верующими военнослужащими. Вместе с новыми погонами сотрудникам полиции Ленинского УВД были вручены иконки Георгия Победоносца и Божьей Матери. Мы сегодня вручили звание и первые офицерские звания двум сотрудникам нашим, и два звания майора полиции. Это старший офицерский состав. Я хочу пожелать прежде всего успешной службы, дальнейшей карьерной продвижения по службе. Наши сотрудники, которые здесь бывают, ну, я думаю, они тоже как очищаются и морально готовы, чтобы служить нашему району, городу, быть достойными защитниками наших граждан. Ряды офицерского состава Управления внутренних дел по Ленинскому району пополнил и Евгений Фроловский. Придя на службу в звании сержанта, теперь он младший лейтенант. Церемония, мне кажется, очень изумительная, и она нужная, как именно для меня, как для служащего. Мне кажется, это очень важно. Духовно поддерживается. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.